Я это сделаю! Итак, давай поговорим немного о твоей матушке. Я бы предпочла поговорить о твоей. О моей матушке говорить нечего. И кроме того, это ведь твоя матушка, зловещая ведьма, которая живет в лесной чаще. Это куда интереснее. Для тебя, возможно. Тебе и мох на камне показался бы интересным. А знаешь, что может... Отлично! Может быть еще интереснее. Отступники. Маг. Где живущие вне башни. Это, знаешь ли, противозаконно. Ты это, наверное, в книжке прочитал? Надеюсь, мелкие буковки не перетрудили твой мозг? Или мы можем не говорить о твоей матери. Меня это вполне устроит. Если ищешь надежное убежище, предупреждаю, здесь ты его не найдешь. Иди дальше, если можешь. Лотаринг обречен. Это можно, хотя, скорее всего, ты услышишь порожденные страхом сплетни. Последние два дня к нам с юга потоком текут беженцы. Таверны и церковь уже переполнены. Еды в округе не осталось, и нам, храмовникам, едва удается кое-как поддерживать порядок. Лучше попытай счастье в другом месте, дружок. Я просто предупреждаю, что это место может оказаться не таким гостеприимным, как ты рассчитывал. Люди сильно напуганы. Бан ушел на север с Тейрном Лагейном, так что Лотаринг брошен на произвол судьбы. Люди в основном обращаются к старшине Мириам. Или же ты можешь поговорить в церкви с сэром Брайантом. Выбор за тобой. Я здесь просто стою на посту. Я могу только догадываться, но кажется, все в Лотаринге... Пойдите прочь. Я имею право назначать любую цену. Ты наживаешься на их несчастье. Я скажу храмовникам, чтобы они раздали людям все товары из твоих повозок. Ты не посмеешь. Пусть только кто-нибудь из вас хоть на шаг подойдет к моему добру, и я... Приятно видеть, как все работают сообща в тяжелое время. Греет сердце. Эй! Да-да, ты! Вид у тебя бравый. Не хочешь ли немного подзаработать, оказав помощь осажденному врагами коммерсанту? А я разве не сказал подзаработать? Он заломил несусветную цену за товары, в которых люди отчаянно нуждаются, и набивает себе карманы за счет их крови и слез. Это просто стремление выжить. Кто приспособился, тот и выживает. И все эти кретины поступили бы точно так же. Просто не могут. Мои запасы ограничены. Люди сами решают, стоят ли мои товары этих денег. Большинство своих товаров ты купил на прошлой неделе у этих же людей. Теперь они бегут, спасая свои жизни, а ты говоришь о бизнесе. Послушай, незнакомец, я дам тебе 100 серебряных монет, если ты прогонишь отсюда все это отребье, начиная со жрицы. Я просто честный купец и больше ничего. Ты хочешь, чтобы я предложила тебе больше? У нас нет таких денег. Мы ничего тебе не можем предложить, кроме нашей благодарности. А что, всем этим людям стало бы лучше, если бы им вообще было нечего покупать? Они в отчаянном положении, поэтому тратят свои последние сбережения. А этот негодяй обирает их точно так же, как грабители с большой дороги. Хватит.
Я больше не стану спорить. Прогони эту женщину и получи свои 100 монет. Или я уезжаю со своим товаром. Возможно, если эта женщина согласится, что я могу получить хоть какую-то прибыль. Делай то, что считаешь нужным. До тех пор, пока твои цены не станут непомерными для бедняков. Ладно, ладно, договорились. Ну а для тебя, поскольку ты не очень похож на бедняка, обычные цены. Мы, похоже, нанялись разрешать все нелады в деревне. Порождение тьмы это оценит. Спасибо тебе за великодушную помощь. Да хранит тебя Создатель. Не думаю, что ты собираешься что-нибудь купить. Ладно, ты только все подчистую не скупи. Как скажешь. Я привез своих родных в Лотеринг, потому что думал, что здесь они будут... И молвила Эйлин людям: мой очаг, ваш очаг, мой хлеб, ваш хлеб, моя жизнь, ваша жизнь, ибо все, живущие пред ликом Создателя, составляют единое целое. Давайте все вместе исполним песнь света. Только слово может рассеять тьму, нависшую над нами. Он не может тебе ответить. Он проповедник Деванс.
Да нет, он проповедник. Один из тех, кто может говорить только словами песни света. На доске у него объявление о добрых делах, которые можно совершить. Мой отец как-то починил крышу вдове Алисон. И проповедник ему за это заплатил. Честное слово. Ученое дитя. Счастье для родителей и для создателя. Да, только словами из песни света. Итак, Раджмаэль отрекся в языческом храме. Говори только слово, пой только песнь. И тогда Золотой Град станет твоим, молвила Андрасте. Что? Ого, ты заставил его заговорить. Что сотворил человеческий грех? О, он жульничает. Благословенны хранители мира, защитники справедливости. Да позаботится всякий о соседе своем. Сосед позаботится о нем. Я привез своих родных, Лотеринг, потому что думал, что здесь они будут в безопасности. Начали! Я замерз. Мне это совсем не нравится. Ты не видел мою маму? Она очень высокая, и волосы у нее рыжие. Мы все живем на большой ферме. Пришли какие-то плохие люди с мечами. И мама велела мне бежать во весь дух в деревню. Вот я и побежал. Она сказала, что прибежит следом, но я все жду и жду. А ее все нет и нет. Он вчера пошел вместе с Уильямом к соседу, но до сих пор не вернулся. Мама сказала, чтобы я ни с кем не ходил. Я должен ждать ее здесь, в деревне. Почему ты так решил? Зачем ей бросать меня здесь? Но она обязательно придет. Не знаю, может мне вернуться домой и поискать ее там? Нет, я уже большой и сам дойду. Плохие люди, наверное, уже ушли. Пожрут ваши еще живые сердца! Легионы зла уже у вашего порога! Они сожрут наши сердца! Бежать некуда! Зло покроет весь мир, как стая саранчи! Перестань, ты пугаешь детей! Лучше перерезать им горло сейчас, чем обречь на мучение в лапах порождений тьмы! Глядите! Их приспешники уже среди нас! Вот этот человек несет в себе их омерзительный смрад! Или вы не видите, как бурлит в нем гнусная чернота?
порождения тьмы пожрут нашу плоть! Все умрут! Ваш король! Опять ты? Неужели вы все не чуете зла? Этот человек поражен скверной! Нет, не трогай меня! Ты несешь зло и разрушение! Это конец! Он был прав, верно? Для нас надежды нет. Ты прав. Нам нельзя падать духом. Но мы же не можем сражаться! Что нам делать? Мы точно так же не можем просто лечь и умереть. Надо идти на север, в Данерим. Ваш король убит! Надежды больше нет! Нам еще повезло. Я привез свою семью в Лотерин. У нас нашлись деньги, чтобы заплатить. Потому что души. Может, извини, я не могу разговаривать. Я должен следить за этими фургонами. Если ты ищешь убежище в церкви, то здесь попросту не осталось места. Мы никого не прогоняем. У нас просто уже негде спать. Я знаю, что это не очень свойственно гномам. Но если ты желаешь помолиться Создателю, то можешь войти. Преподобная мать сама управляет церковью, а сэр Брайант командует храмовниками, которые здесь разместились. Были? Ты их прогнал? Сэр Брайант этому обрадуется. Нет, ни одной не слышал с тех пор, как тут со своим войском прошел Тейрн Логейн. Очень жаль короля, но теперь, когда сюда движется порождение тьмы, мало кто может думать о чем-то другом. Да хранит тебя Создатель. Куда нам податься? Майя, здесь не лучше, чем там. Мы ведь бежали сюда, чтобы оказаться подальше от войны. Прошу тебя. Нам еще повезло. Мы ведь бежали сюда, чтобы подальше от войны. Ты тоже пришел повидаться с преподобной матерью? У себя, готовится к отъезду. Думаю, сейчас с ней никого нет. А я пришел попросить ее благословения. Мы хотим бросить нашу ферму и всей семьей бежать на север, так что нам потребуется вся милость Создателя. Не хочу выглядеть невежей, но как здесь мог оказаться гном? Твои соплеменники иногда бывают в Лотаринге, но в церковь не заходили ни разу. Ох, прости, пожалуйста. Ты имеешь такое же право на милость Создателя, как любой из нас. Ну, желаю тебе удачи, а мне пора в путь. Если повезет, к ночи доберусь до своей фермы. Кроме нас, эту деревню защитить сейчас некому. И я не брошу ее на произвол судьбы. Это все. Да будет милостив к нам Создатель. Чего ты хочешь от меня? Не мог бы ты представиться? Я сэр Брайант, командир храмовников Лотаринга. Ты не похож на других беженцев. Может, ты из рыцарей Эрла Эамона? Тогда я скажу тебе то же, что говорил другим. Здесь ты не продвинешься в своих поисках. Урна священного праха — это миф. Выдумка. Якобы останки самой Андрасте. Один из рыцарей Эрла, сэр Донал, находится здесь и усердно ищет сей плод богатой фантазии. Неважно. Если уж тебя так интересует эта чушь, спроси лучше его самого.
О да, с тех пор, как Бан увел своих людей на север, деревня брошена на произвол судьбы. Прежде чем Орда доберется до нас, мы постараемся вывести отсюда как можно больше народа. Я останусь тут до тех пор, пока во мне будет нужда. А теперь, если тебе больше ничего не нужно... Если дело важное, то охотно помогу. Паствой руководит преподобная мать, а я всего лишь командую храмовниками. Обычно наша задача — охранять церковь и расследовать случаи незаконного применения магии. А сейчас все, что мы можем, — это защищать невинных. Представим, что я и есть такой маг. Что бы ты со мной сделал, а? Мне сейчас некогда даже думать о таких вещах. Сейчас моя главная забота — защищать этих людей, а им угрожает лишь одна смертельная опасность — порождение тьмы. В нашем распоряжении не только мечи. Нас учат рассеивать нечестивую магию. Если б только мы могли отогнать порождение тьмы, увы, это не так. Она без сомнения сейчас в своем кабинете. Собирает вещи, которые возьмет с собой, когда нам придется уйти отсюда. Наш бан был призван Тейрном Лагейном и увел с собой на север всех солдат. Лотаринг брошен на произвол судьбы. Если дело важное, то охотно помогу. Кроме той, что на нас движется орда порождений тьмы, хороших новостей нет. Слыхал я, что Тейрн Лагейн вознамерился объявить себя королем, как будто нам одних порождений тьмы не хватает. Насколько нам известно, нет. У Тейрна Лагейна нет законного права на трон. Пусть он и герой, и дочь у него королева, а все же он только простолюдин, да и труп короля еще не остыл. Если бы это дело мог вмешаться Эрл Эамон, оно не зашло бы так далеко. Мне-то наплевать, кто сядет на трон. Только дураки сражаются за право стать хозяином дома, который охвачен огнем. Эрл Эамон болен, и его рыцари ищут священную урну с прахом Андрасте. Говорят, эта святыня может излечить любую болезнь. Он должно быть серьезно болен, раз для его исцеления рыцари гоняются за чудесами. Один из рыцарей Эрла, сэр Донал, находится здесь и усердно ищет сей плод богатой фантазии. Неважно, если уж тебя так интересует эта чушь, спроси лучше его самого. Дыхание Создателя. Сколько же еще нам придется их разгонять? Как? Всех до одного? В одиночку? Это правда! Я видел это со своего поста. Все случилось так быстро, что мы даже не успели туда добежать. Печально, что их пришлось убить. Но, в конце концов, они сами на это напросились. Не примешь ли ты скромную награду за свои услуги? По правде говоря, мне очень жаль, что не могу себе такого позволить. Но ты все же возьми свою награду. Больше мне нечего предложить. Если тебя это интересует, снаружи есть доска проповедника, а на ней полным-полно объявлений о том, что нужно сделать. За некоторые дела проповедники даже предлагают награду. А теперь, если тебе больше ничего не нужно... Да, понимаю, это без сомнения достойно упоминания. Тейрн Лагейн объявил, что все серые стражи – предатели, виновные в гибели короля. Тебе это, надеюсь, известно? Я не верю, что серые стражи могли быть так беспечны или коварны, как утверждает Тейрн. Но в любом случае, дела обстоят именно так. Хотя лучше тебе здесь не задерживаться. Так, на всякий случай. Открыто боюсь ничем, но... Возьми этот ключ. Он от большого шкафа на дальней стене.
Всего, что там хранится, мы все равно не сможем унести, так что просто возьми, что тебе нужно. Безопасной тебе дороги, и да хранит тебя Создатель. Я привез свою семью в Лотерин, потому что... Эй, ты, сударыня! Как тебя звать? Ты какая-то странная. Не ты первый это заметил. А теперь отведи свой взгляд. Я терпеть не могу, когда на меня слишком долго таращится. Ты уж лучше к этому привыкай, потому что я с тебя глаз не спущу. Нам тут неприятности ни к чему. Я привез своих родных в Лотеринг, потому что думал, что здесь они будут... Вот только драки нам еще и не хватало! Ты что, не видишь, как все перепуганы? Король убит, и все мы... Кто? Прошу прощения, я не видел, как вы подошли. Сэр Донал, это ты? Алистер? Во имя Создателя, мальчик мой, как поживаешь? Я был уверен, что тебя нет в живых. Я пока еще жив, несмотря на старания Тэрна Лагейна. Если б только Эрл Эамон не был болен, он бы живо поставил Лагейна на место. Так ты, значит, пришел сюда в поисках урны священного праха? Совершенно верно. Говорят, что прах Андраста может исцелить любую хворь. Вот только я боюсь, что мы гонимся за призраком. С каждым днем моя надежда слабеет. Для меня важнее всего моя миссия. Вот только страшусь, что вопреки всем моим стараниям, придется мне вернуться в Редклифф с пустыми руками. По правде говоря, я думал воспользоваться библиотекой здешней церкви. Но, увы, у меня лучше выходит сражаться, чем искать следы древних легенд. Могу я узнать, зачем? Понимаю. Эрла очень любят в народе, это верно. Но Тейрн Лагейн — герой для ферлденцев. Что бы там ни сделал Тейрн, но Эрл Эмон сейчас болен, а может и при смерти. Это главное, что меня заботит. Эрл заболел до того, как погиб король. Но что, если Лагейн и это задумал заранее? Ох, у меня это просто в голове не укладывается. Нам надо самим увидеть, что происходит в Редклиффе. Сейчас я уверен в этом даже больше, чем раньше. Я совершенно уверен, что в замке Редклифф вас примут как дорогих гостей. Там сейчас Эрлесса, а она сможет рассказать вам побольше, чем я. Урна якобы содержит прах пророчицы Андрасты. Да ведь ты и сам наверняка все это знаешь. Если тебя это и впрямь интересует, то есть книги, в которых содержится немало ценных сведений. То немногое, что мне удалось узнать, говорит лишь о том, что поиски эти безнадежны. Как только прибудет сэр Генрик, я намерен вернуться в Редклифф и сказать то же самое Эрлессе. Рыцарь! И мой спутник в этих поисках. Что-то он задерживается. Что? Да ведь это его медальон. И в нем записка? Создатель милосердный. Благодарю тебя за то, что отдал мне их. Иначе я так и не узнал бы, что произошло. Благодарю тебя. Хотел бы я знать, скольких из нас постигнет та же участь в этом безумном поиске. Теперь, когда Генрик мертв, мне нужно вернуться в Редклифф. Позднее, быть может, я отыщу ученого мужа, упомянутого в этой записке, а пока я должен идти. Благодарю тебя, сэр. Это неоценимая услуга. И когда Создатель молвил слово... Это ужасно. Столько беженцев приходит сюда в поисках спасения, а мы ничего не можем им предложить, кроме молитвы. Видит ли Создатель, как мы бедствуем? Тронуло ли его сердце эта катастрофа? Прошу прощения. Замысел Создателя столь велик, что мне его просто невозможно постигнуть, особенно в такие тяжелые времена.
Песнь света. Разве ты ее не знаешь? Песнь света — это наше служение Создателю. Первая заповедь, которую мы чтим как последователи его пророчицы Андрасте. Чтобы пропеть всю песнь, нужна не одна неделя, а так ее исполняют только в Великом Соборе, который находится в Вал-Руайо. Здесь мы можем петь лишь по несколько стихов в неделю, и каждый первый день начинаем пение заново. Преподобная мать возглавляет церковь, а сэр Брайант командует теми немногими храмовниками, которые охраняют нас. Когда магистры сожгли пророчицу Андрасте, Создатель отвернулся от своих творений. Мы обретаем его прощение, распространяя учение Андрасте. Создатель вернется, когда песнь зазвучит со всех четырех сторон света. Он сотворил этот мир. Каждый восход солнца есть доказательство его существования. Каждое дитя, родившееся на свет, это знак, что он по-прежнему любит нас. Да хранит тебя Создатель. Те, кто взывают из мрака, да будут умертвлены. Король погиб. Те, кто ищет искупления, да найдут его. Молят о помощи пророчицу, которую сами сожгли. Нам еще повезло. У нас... Извини, я сейчас не могу говорить. Мне нужно напитать маслом священный светильник, чтобы пламя в нем никогда не угасало. Это символ пламени, которое сожгло саму Андрасте. Ты знаешь эту историю? Все мы грешники. Огонь — это символ нашей надежды на то, что мы можем обрести прощение. Таким образом, все мы служим Создателю, поддерживая пламя. Есть, конечно. Гномы уже предлагали нам уголь и особые камни. Даже круг магов вызвался сотворить для нас магический огонь. По мне, так они просто издеваются. Сам по себе огонь мало что значит. Важно помнить и стремиться искупить свои грехи. Дабы очистить душу, требуется не меньше сосредоточения, чем для очищения тела. Преподобная мать сейчас в другой комнате, но на твои вопросы, думаю, может ответить сэр Брайант. Всего тебе хорошего. Праведной нашей самоотверженности и неизбывной стойкости. И тогда Создатель вернется к нам. И тогда Создатель вернется в Черный город на небеса. Отлично! И тогда песнь света очистит сей город. Да склонится весь мир во смирении. Да подхватит все песни. Сожалею. Только новых сражений нам тут не хватит. Ты что, не видишь, как все перепутали? И слово как скажешь. Рассеяло страх и невежество. Те, кто взывают из мрака, да будут умиротворены. Привет тебе и добро пожаловать в церковь. Но где четыре стороны света, да достигнет она наконец. Желаешь сделать пожертвование в пользу церкви? Судя по твоему виду, ты не так беден, как большинство наших жертвователей. Я преподобная мать этой церкви. По традиции, те, кто просят моего благословения, вначале платят церковную десятину. Малая толика твоего богатства насытит и обогреет множество страждущих. Впрочем, делай то, что велит тебе сердце. Итак... Что я могу для тебя сделать? Ты пренебрежительно отнесся к моей просьбе о помощи. Вряд ли после такого уместно просить о благословении.
А теперь, если у тебя нет ко мне других дел... Серый страж? Здесь? Создатель милосердный. Ты ставишь меня в трудное положение. Тебе должно быть известно, что Тейрон Лагейн объявил серых стражей вне закона. Тейрон Лагейн? В этом мне так же трудно поверить, как в те обвинения, которые он выдвинул против стражей. За твою голову назначена награда. Скройся с глаз, и я обещаю, что никому о тебе не скажу. Это все, что я могу для тебя сделать. А теперь, если у тебя нет ко мне других дел... Я не в силах помочь тебе, не подставив под удар деревню и церковь. Все, что я могу для тебя сделать, сохранить в тайне твое пребывание здесь. Прости. А теперь, если у тебя нет ко мне других дел... Да хранит тебя Создатель, Серый Страж. Да внемлет он нашей непоколебимой вере. Да внемлет он праведной нашей... Будет сделано! Меня кое-что удивляет, Алистер. Ты уж прости. А разве у меня есть выбор? Разве не ты, старший серый страж из вас двоих, уцелевших при Астагаре? Мне слишком странно, что ты позволяешь собой командовать. Скажи мне вот что, Морриган. Неужели ты прожила в том лесу всю жизнь? Вот только иногда драки нам еще и не хватало! Я это сделаю! Ты видишь, как все перепуганы! А в чем дело? Что тут странного? Это был мой дом. Но ведь там были только ты и твоя мать. И больше никого. У матери иногда бывала компания. Что? Компания? Даже не знаю, хочется ли мне уточнять. Нет, думаю, что не хочется. Привет тебе, незнакомец. Ты не знаешь кого-нибудь, кто умеет делать капканы? Старый Барлин сказал, что скоро сюда придут порождения тьмы. Он поставил у себя на ферме капканы. Я решила, что мне тоже не помешает поставить пару капканов на своей земле. Но Барлин хочет смазать свои капканы ядом, а мне нужны обычные капканы. Яда он, хвала Создателю, еще не добыл, так что на его полях попросту полным-полно капканов. Он такой... со странностями. Извини, что отняла у тебя время. Нам еще повезло. Мы не бросим шахту до последнего момента. Новых сражений нам тут не хватало. Ты что, не видишь, как все перепуганы? Каково бедной Только королеве новых Аноре. Сражений нам тут не хватало. Молодой король. Ты уже нашел себе ночлег? Не прохлопал ушами? В Лотеринге полным-полно беженцев. Может, в амбаре Алисон и сыщется местечко? Да говори уже. Нам сейчас не нужны мечи. Нас другое волнует. Что людям есть, где им спать, да еще чтобы закончилось все это пьянство. Ты ведь, наверное, не разбираешься в настойках, лекарствах или травах? Что ж, тогда ты сможешь принести нам много пользы.
В Лотеринг приходит множество разных путников, и среди них немало больных или раненых. Мы делаем все, что можем, но нам не хватает лекарств. В лесах к северу отсюда растут целебные травы. Если сделаешь пару-тройку припарок, я уж наскребу денег, чтобы за них заплатить. Я запишу все, что тебе нужно знать, на этом листочке. Я привез своих родных в лотерею. Вот только драки нам еще и не хватает. Тебе, может, и не захочется туда заходить. В таверне полно народу, а эти солдаты уже всех достали. Они здесь не для того, чтобы защищать нас. Они кого-то искали, а потом начали пить. Я слыхал, что они едва не прикончили одного парня, только потому, что им не понравилось его лицо. Может, они дезертировали из королевской армии? А чего веселиться-то? Король погиб, и теперь порождение тьмы захватит Лотеринг, прежде чем кто-нибудь сможет собрать силы, чтобы дать им отпор. Солдаты могли бы хоть разогнать бандитов. Слыхал я, что кто-то уже воздал мерзавцам по заслугам. И это был ты, верно? Правда? Эй, люди! Вот тот, кто разогнал этих ворюг! Может, вслед за ними придут и другие бандиты. Но все же приятно знать, что в мире еще осталось правосудие. Спасибо тебе! Мне почти жаль. Мы не бросим шахту до последнего момента. Ты разговаривал вчера с тем рыцарем? Говорят, он приехал из Редклифа. Он говорил с каждым в таверне. Но откуда нам знать, где находится урна священного праха? Все равно, что спрашивать дорогу на Луну. Он сказал, что все рыцари Редклифа ищут ее. Можно подумать, нет у них дел поважнее. Не понимаю я их. Будь начи... Привет. Не обращай. Так-так. Ну-ка, ребята, посмотрим, что тут у нас. Похоже, нам здорово повезло. О, солдаты Логейна. Это добром не кончится. Мы ведь, кажется, все утро искали точно такого гнома. И все как один твердили, что в глаза его не видели. Похоже, что нам врали. Господа... Вам незачем беспокоиться. Это, без сомнения, всего лишь несчастные беженцы. Вовсе они не беженцы. А теперь отойди, сестра. Будешь защищать этих изменников и сама получишь на орехи. Терн Логейн утверждает, что серые стражи предали короля. Ты что, не слышал об этом? Хватит болтать! Стража арестовать! Монахиню и всякого, кто захочет вам помешать, убить! Правильно, не будем мешкать! Победил! Мы сдаемся! Отлично! Они получили хороший урок. И теперь можно прекратить бой. Я был там. Тейрн вывел нас из западни. Это стражи привели короля к гибели. Тейрн ничего не мог сделать. А что ты хочешь ему передать? Передам, конечно. Сию минуту. Спасибо тебе. Прошу прощения, что вмешалась. Но я не могла просто сидеть и не помочь. Видишь ли, я родилась не в церкви,
Многие из нас прежде вели более насыщенную жизнь. Позволь представиться, я Лилиана, послушница церкви в Лотеринге, вернее, бывшая. Я примкнула к церкви, чтобы заниматься духовными размышлениями. Но я не священница и даже не посвященная. Мне сказали, что ты серый страж. Ты ведь будешь биться с порождениями тьмы, да? Ведь серые стражи этим занимаются. Я знаю, что после всего случившегося тебе понадобится вся возможная помощь. Потому-то я и пришла. Так повелел Создатель. Я понимаю, это звучит как бред, но это правда. У меня был сон, видение. Еще одна сумасшедшая? Я думал, что с нас хватит. Посмотри на местных жителей. Они в растерянности и в отчаянии, а эта тьма, этот хаос будет шириться. Создателю это не угодно. То, что ты делаешь, что тебе назначено сделать, за всем этим стоит Создатель. Позволь помочь тебе. Возможно, с головой у тебя куда хуже, чем думала преподобная мать. Спасибо. Получить такой шанс – честь для меня. Я не подведу вас. Действительно. Как скажешь. Кто ты такой? Ты можешь защитить нас? Я не потерплю драки на своей кухне. Вон от... отсюда. Будет сделано. Тебе мало неприятностей, а с нас уже хватило Лотеринга. Ну, по правде говоря, те парни сами были большой неприятностью. Что ж, зовут меня Дэнел. Извини, у меня нет времени поговорить. Сам видишь, в доме полно народу. Я слышал, Терн Лагейн, наш регент, объявляет новый набор рекрутов. Он хочет собрать армию взамен погибшей при Астагаре. Все дело в том, что в стране осталось не так уж много пригодных к военной службе мужчин. В окрестностях Пика Дракона бродят шайки вербовщиков и забирают всех, до кого дотягиваются их грязные лапы. Что еще я могу для тебя сделать? Посмотри, люди спят на полу и даже на чердаке, а ты говоришь о свободных комнатах. Когда Тейрн Лагейн со своими людьми проходил мимо, он оставил этих парней, поручив им искать серых стражей. Думаю, ты один из них? Рядом с тобой мне безопасно, что бы там ни говорил Тейрн. Мой дед и сам был из серых. Я не выдам твой секрет. Что я могу тебе предложить? После смерти короля Кайлана трон перешел к королеве Аноре. Она сделала своего отца регентом, по крайней мере, на какое-то время. Думаю, отец Кайлана, старый король Мерик, одобрил бы ее выбор.
Что еще я могу для тебя сделать? До меня дошли новости из Денрима. Тейрн Лагейн объявил себя новым регентом. Этого можно было ожидать, ведь его дочь — наша королева. Что еще я могу для тебя сделать? Я слышал от одного проезжего, что в Рэдклиффе произошло что-то ужасное. Может, на город напали порождения тьмы? Оттуда давно нет новостей. Мой приятель-торговец рассказывает, что по дороге встретил беженцев, которые убедили его в том, что впереди только смерть. Приятель благоразумно повернул во свояси. Что еще я могу для тебя сделать? Многие недовольны тем, что Тейрн Лагейн стал регентом. Ходят слухи, что он как-то причастен к смерти короля. И расскажут же такое. Его убили порождение тьмы, это яснее ясного. Если уж Тейрну Лагейну не удалось спасти короля от смерти, то никто другой не смог бы и подавно. Что еще я могу для тебя сделать? Говорят, короля Кайлана похоронили в Денриме. Владыка церкви объявил тот день днем траура. Мимо погребального костра тянулось траурное шествие длиной в милю. Хуже всего, что не нашли тело, чтобы сжечь его, как полагается. Знать бы, что сделали с королем эти чудовища. Что еще я могу для тебя сделать? Я слышал, король гномов скончался. Он, конечно, был стар, но, думаю, его отравили или убили каким-то другим способом. Для гномов это обычное дело, так ведь? Что еще я могу для тебя сделать? Рыцари Рэдклиффа прибыли в Ферлден с каким-то заданием. Но, как я слышал, люди видят их все реже и реже. Может, они вернулись в Рэдклифф? Скорее, они устали искать то, чего нет, и прекратили поиски. Интересно, что станет делать Эрл Эамон без своих рыцарей? Что еще я могу для тебя сделать? В башне магов на озере Калинхат происходит что-то странное, но никто не знает, что именно. А храмовники молчат, как рыбы. Именно то, что нам нужно, верно? Будем надеяться, что маги состряпают блюдо, которое станет порождением тьмы поперек глотки. Кто-то же должен это сделать. Что еще я могу для тебя сделать? Не знаю, что тебе сказать. Ничего дельного не могу придумать. Мне не нужны неприятности. Пожалуйста, не трогай меня. Думаешь, этот кунарь... Я привез... Если ты насчет еды, то к этому треклятому коротышке возле церкви. У меня есть на продажу и другие вещи. Практически каждый вечер является толпа беженцев. И все они умирают с голоду. Все рассказывают о своей печальной участи. А вместо платы предлагают всякие безделушки. Всего пару недель назад я продал этому чертовому торговцу половину того, что было у меня в кладовой. А теперь он дерет втридорога за мои же припасы. Правда? Ну, я и не знаю, что сказать. Спасибо.
удалось Тейрну Лагейну выжить. Почему ты вечно говоришь о том, какой я тупица? Я же не тупица. Если уж тебе так нужно об этом спрашивать... Не думаю, что ты собираешься что-нибудь купить. Ладно, ты только все подчистую не скупи. Я видел, как ты таскал припасы из моей повозки. Было просто чудовищно. Да вы же слепые равнинные кроты. Что вы можете видеть? Хасинд никогда не опустится до воровства. А вы болотные крысы. Все воры и лжецы. Хватит. Люди здесь и так перепуганы и доведены до крайности. Не хватало еще, чтобы вы сцепились. А как же мои припасы? Пасы? Я сказал, хватит! Шок и ба... Мерата старит, Мерата твасит. Абанакун. А ты ведь меня в плен не брал? Мне нечем позабавить тебя, гном. Оставь меня в покое. Пленник, я в клетке, разве не видно? Посадила меня сюда церковь. Преподобная мать сказала... что он вырезал целую семью, даже детей. Да, она так говорит. Стэн из Бересаада, авангарда. Из народа Кунари. Никак ты надо мной смеешься. Или проявляешь хорошие манеры, столь редкие в ваших краях. Хоть это и не важно, но уже скоро я умру. Взгляни. Гордые и сильные создания посадили в клетку, как приманку для порождения тьмы. Если нам он не нужен, давайте выпустим его хотя бы из сочувствия. Сочувствие? Не ожидал этого от тебя. А еще я бы посадила туда вместо него Алистера. Нет, вот этого я как раз ожидал. Предлагаю все же предоставить меня моей судьбе. Меня обвинили в убийстве. Неужели селяне вам не рассказывали? Семью с фермы. 8 человек, не считая детей. Ты спрашиваешь, чувствую ли я себя виноватым, или в ответе ли я за содеянное? Что бы я ни чувствовал,
Что бы я ни сделал, жить мне осталось недолго. У тебя такая завидная память или такая жалкая жизнь? Тебе не знакомо чувство запоздалого раскаяния? Уже 20 дней. Дольше, наверное, не продержусь. От силы неделю. По сравнению с твоими сородичами, наверное, да. Незачем ловить того, кто сдается сам. Я ждал несколько дней, пока приедут рыцари. Потому что я так хотел. У тебя такая завидная память или такая жалкая жизнь? Тебе не знакомо чувство запоздалого раскаяния? Смерть станет для меня искуплением. Я предпочитаю умереть в бою, но мне выбирать не приходится. Я бы на ее месте не согласился. Что ж, всего хорошего. Быть оставленным на голодную смерть или отданным на растерзание порождением тьмы? Никто такого не заслуживает, даже убийца. Ты хочешь от меня чего-то еще? Если я чего-то хочу, так это умереть в бою. Но раз не судьба, буду ждать порождения тьмы. Не сомневаюсь. Какого же рода помощь? От Мора? Значит, ты Серый Страж. Удивлен. До моего народа доходили легенды о силе и умениях Серых Стражей. Впрочем, не каждая легенда обязана быть правдой. Возможно, согласиться, если ты скажешь ей, что Серым Стражам нужна моя помощь. Впрочем, я так и так наверняка погибну. Что ж, всего хорошего. Быть оставленным на голодную смерть. Тут болтает, будто ты Серый Страж. Я не знаю, вправду ли вы убили короля Кайлона, и прости меня, Создатель, мне все равно. Но награда за твою голову может прокормить целую арабу голодных ртов. Бей! Thank you.
сделано. Как скажешь. Никаких поблажек!
Как скажешь. Начали! Ну как? Удалось тебе найти в лесу какие-нибудь травы? Это поможет многим страждущим. Знаешь, ты добрая душа. Да устремит он взор на тебя и осияет тебя светом своим, ибо ныне ты исполнил его дело. Будет сделано! Благословенны хранители мира, защитники справедливости. И остановились на небе звезды, замерли ветры, и все живые твари на земле и в воздухе затаили дыхание. Все хранило безмолвие, предаваясь молитвам и благодарностям.
Добрый день, сестра Лилиана. Не думала, что ты еще в Лотеринге. И я рада вас видеть, ваше преподобие. Итак, чем же я могу тебе помочь? Может, было бы милосердней сразу его казнить, но пусть его участь будет в руках Создателя. Зачем он тебе нужен? Вырезал целую ферму. Один только малыш и сумел уцелеть. Вовремя спрятался. Малыш рассказал, что его отец нашел этого кунаря тяжело раненым и приютил его под своим кровом. За доброту мерзавец отплатил убийством. Когда его обнаружили люди Банна, он так и стоял посреди окровавленных трупов и не стал сопротивляться. Создатель требует правосудия для всех, независимо от того, к какому народу они принадлежат. Тогда и мы с тобой станем убийцами его следующих жертв. А что ты на это скажешь, Лилиана? Ты своего спутника знаешь лучше, чем я. Сейчас тяжелое время, ваше преподобие. С нами кунари может принести пользу. Я в этом уверена. Не было бы наше положение столь безнадежно. Хорошо, я тебе верю. Вот ключи от его клетки. Да хранит тебя Создатель. Спасибо, ваше преподобие. Мы оправдаем ваше доверие. Итак, давай-ка я перейду сразу к делу. Ты ведь была монахиней? Ну и ты ведь наверняка был монахом до того, как стал храмовником. На самом деле я так и не стал храмовником. Меня взяли в серые стражи до того, как я дал свои последние обеты. Ты когда-нибудь жалел о том, что покинул церковь? Нет, никогда. А ты? Да, жалела. Ты можешь этому не поверить, но я нашла там покой. Тот самый покой, которого никогда не знала. В нашем монастыре обычно было так тихо, что я начинал вопить во все горло и вопил, пока не прибегал кто-нибудь из братьев. Тогда я говорил, что это просто проверка. Кто знает, что может случиться, верно? Я? Нет. Никогда такого не проделывала. Я наслаждалась тишиной. Дело твое. Я вот наслаждался от души, глядя на их физиономии. Ты хочешь от меня чего-то еще? Честно признаться, не думал, что жрица с ним согласится расстаться. Кажется, у нас разные понятия о свободе. А коль скоро я свободен, ты ждешь, что я пойду с тобой? Пусть будет так. Освободи меня, и я помогу тебе бороться с Мором. Я пойду в авангарде и расстанусь с жизнью в бою. Я знаю военное дело, а вашим землям пригодится любая помощь. Значит, вот так это делается. Я пойду за тобой в бой. Так я обрету искупление.
Значит, я обрету его сам. Может, пойдем? Не хочу здесь задерживаться. Кровь и проклятие. Да. Кто-нибудь, помогите! Вовремя ты приехал, друг. Очень тебе за это благодарен. Ты хочешь получить вознаграждение? Что ж, вопрос по существу. Как насчет сотни серебряков? Я собирался на эти деньги починить повозку, но, честно говоря, очень рад, что мы с сыном выбрались из этой заварухи живыми и невредимыми. Тогда я скажу, что нам повезло вдвойне, так ведь? Зовут меня Боодан Фейдик, я купец. А это мой сын, Сэндал. Поздоровайся, мой мальчик. Привет. В наши дни путешествовать дело опасное. Могу я спросить, что тебя сюда привело? Может, мы направляемся туда же, куда и ты?
Серого Стража, говоришь? Что ж, это многое объясняет. Не обижайся. Но я подозреваю, что на своем пути ты встречаешь такие опасности, которые нам с моим мальчиком не по плечу. Поэтому мы с тобой простимся и пожелаем удачи в твоем деле. До свидания. Что ж, наведем здесь порядок или как? Как кошмар приснился. В каком-то смысле это и есть взаправду. Видишь ли, все серые стражи слышат порождение тьмы. Вот ты их и слышал. Во сне. Архидемон, он разговаривает с тварями, и мы это чувствуем, как и они. Вот почему мы умеем распознать мор. Я не знаю, действительно ли это дракон, но внешне похож. Да, это архидемон. Какое-то время будут сниться, а потом ты научишься пресекать их. Некоторые из самых старших серых стражей говорили, что могут даже понимать архидемона, но я так не умею. Как бы то ни было, когда я увидел, что с тобой творится, то решил сказать. Меня это тоже поначалу напугало. Кроме того, чтобы умереть молодым и победить мор в одиночку? Нет, вроде больше сюрпризов нет. Ладно, как бы то ни было, ты ведь уже проснулся. Давай сворачивать лагерь и выдвигаться. Рад видеть тебя, мой давешний спаситель. Бодан Фетик снова к твоим услугам. Я увидел ваш лагерь и подумал, разве может быть более безопасное место для ночлега, чем лагерь Серого Стража? За то, что мы надоедаем тебе своим присутствием, я готов дать тебе хорошую скидку. Ну как, согласен? По рукам? Прекрасно. Поблагодари доброго господина. Ну-ка, мальчик мой. Спасибо, сэр. Уверяю тебя, мы не станем обузой для тебя и твоих спутников. Если тебе понадобятся магические предметы, только скажи об этом моему мальчику. А если что иное, обращайся ко мне. Привет. Мальчишка немного не в себе, но он умеет мастерить волшебные предметы. Один из этих усмиренных парней называл его... Как же он его называл? Может, мостаком? Я и не думал, что такое возможно. Он может обработать лириумом любое оружие. Хотя, надо сказать, одни металлы требуют большего количества лириума, другие — меньшего. В Арзамаре были мастера-кузнецы, которые умели это делать. Но мой мальчик — настоящий мастер. Правда, малыш? Колдовство! Раз и готово. Если я могу что-то для тебя сделать, прошу, скажи.
Когда ты признался, что ты из серых стражей, я решил ответить откровенностью на откровенность. Я родом из Арзамара, как и ты, верно? Ты не похож на наземного гнома. Когда-то я там торговал, входил в купеческую гильдию. Знаешь, такое не забывается. Никогда. Я проворачивал очень удачные сделки с редкими артефактами. Ну, ты понимаешь, старинные замечательные вещицы. Благородные господа такое любят. Думаю, они напоминают знать и об ушедших днях их славы. Однажды ко мне в лавку зашла благородная дама. Она смотрелась, а потом вдруг пронзительно закричала. Оказалось, она решила, что пара нарукавников, которые я выставил на продажу, когда-то принадлежала ее брату. Он погиб во время обвала, когда вместе с другими изгонял порождение тьмы из прилегавших к городу тоннелей. «Они были сделаны специально для него! Вторых таких быть не может!» — кричала она. «Он снял их с тела моего бедного брата!» Она не успокоилась, пока меня не арестовали. Эти благородные господа все такие. Но дело в том, что я-то их не крал. Понимаешь, я платил этим головорезам неприкасаемым за то, чтобы они приносили мне все, что найдут на глубинных тропах. Заброшенные теги. Там полно брошенных вещей. Иногда там можно найти настоящее сокровище. Что-нибудь, что можно продать за золотишко. Знать думает, что это кража и есть. Они считают, что все, что осталось в тейгах, принадлежит знатным семействам, которые когда-то там жили. Даже если там остались одни руины, которых потомки не видели много десятилетий. Эта знатная дама очень огорчилась, увидев украденные на рукавнике брата. Не знаю, что они хотели со мной сделать, и я решил, это не тот случай, когда надо ждать, чтобы удовлетворить свое любопытство. Я подкупил стражника, которого приставили меня стеречь, и при первой же возможности выбрался на поверхность, и никогда не оглядывался назад. Не стоит благодарности. Что ж, можем ли я или мой сын чем-нибудь услужить? Ну да, конечно. Там, в Денриме, я женился на прекрасной женщине из людей. Она родила бы мне сына, если б смогла, но этому не суждено было случиться. Сэндл. Я нашел его на глубинных тропах много лет назад. Думаю, его бросили там намеренно. У него не все в порядке с головой. Я забрал его к себе, а потом мы вместе перебрались на поверхность. Пускай по крови он мне не родня, но я люблю его как родного сына. Мы ушли из Арзамара. Ты прав, мой мальчик. Может, однажды мы снова его увидим. Уж лучше жить со мной, чем прятаться в грязи от порождения тьмы и глубинных охотников. Я с радостью взял его к себе. Имея в виду, я получил свою выгоду. Оказалось, мальчик умеет делать магические предметы. Может, его мозги испорчены лириумом? Раньше это не приходило мне в голову. Иногда с ним происходят странные вещи. Он может смастерить магический предмет практически из ничего, если, конечно, дать ему время. Он мог бы даже открыть собственную лавку, если бы знал как. Колдовство! Видишь, ему это, кажется, нравится. Люди, побывавшие на восточных дорогах, говорят, что в Брессилянском лесу завелись оборотни. Настоящие оборотни! О них никто не слышал со времен Дейна и ему подобных. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Ходят ужасные слухи о том, что серые стражи — воплощенное зло, и что они поклоняются архидемону. И что именно они принесли на нашу землю мор.
Им было не по нраву, что нужда в них отпала. Поэтому они призвали архидемона, послушного их приказам. Если это правда, многое становится понятным. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Странные слухи дошли до меня на днях. Якобы король Кайлан на самом деле не был сыном Мерика, а настоящего принца с рождения прячут в Денримском дворце. Надеюсь, они каждый день кормят его пряниками, чтобы малыш был доволен. Может, он слабоумный, а может, маг. Представляете, что будет, если настоящий сын Мерика окажется магом? Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Ты слышал, что в Орде среди порождений тьмы видели людей? Эти люди поражены мором. Они потеряли разум. Рассказывают об одном человеке, повстречавшем на поле боя своего родного брата. Он окликнул брата, но тот не узнал его и накинулся как на врага. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Я слышал множество историй о шайках порождений тьмы, которые бродят в северных землях, граничащих с дикими землями Каркари. Говорят, они появляются из ниоткуда и также внезапно исчезают. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Люди говорят, что королева Анора до сих пор не дала трону наследника, потому что бесплодна. Это божье наказание за то, что в королевскую семью взяли простолюдинку. Не будет никаких наследников, пока на трон не сядет человек королевской крови. По-видимому, династии Каленхада пришел конец. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Хвала Создателю за то, что мы не потеряли Терна Лагейна при Астагаре. Говорят, он как раз вовремя увел свои отряды. Если бы не он, мы бы погибли. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Эрла Уриена не убили при Астагаре. Его сын, лорд Воган, нанял антиванских воронов убить отца еще до того, как тот доберется до поля битвы. А его самого убили какие-то эльфы. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Я часто слышу рассказы о том, что мертвецы выбираются из своих могил. Не только люди, но и животные. Вчера один фермер рассказал, что дочкин котенок, похороненный за амбаром, ожил и с громким мяуканьем, как ни в чем не бывало, выбрался из могилы. Его дочь так радовалась, а потом котенок откусил ей палец. Смутные времена настали, говорю тебе. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Говорят, король Кайлан изменял королеве, а она об этом узнала. Поэтому-то Тейрн Лагейн и бросил Кайлана при Астагаре. Так говорят люди. Понимай, как хочешь. Не знаю, что тебе сказать. Ничего дельного не могу придумать. Ты и твои друзья грозные ребята. Хорошо иметь таких попутчиков. Но, понимаешь, мы людей не грабим. Мы не забираем у людей вещи, которые им нужны. Вещи в заброшенных тейгах. Зачем им лежать там без толку? Я возвращал их в Арзамар, где люди могли смотреть на них и вспоминать. Здесь то же самое. Куда ни глянь, заброшенные поселения. Сейчас с приходом порождений тьмы их становится все больше. Люди спасаются от мора и правильно делают. Но в попыхах они забывают вещи, которые имеют свое назначение и свою цену. Они оставляют эти вещи, потому что напуганы и отчаялись. А мы с моим мальчиком, мы приходим в покинутые деревни до того, как там побывает орда порождений тьмы. И мы спасаем эти вещи. Мы их забираем, чтобы они не достались этой нечисти. Разве это так уж плохо? Они уничтожают все, что попадается им на пути. Вот и я так думаю. Да, темные настали времена. Очень темные, друг мой.
Уверен, тебе понравятся вещицы, которые мы собрали. К тому же я дам тебе скидку. Ох, и трудно же иметь с тобой дело. Как я мог забыть о вежливости? Мое имя Леви. Леви Драйден. Дункан когда-нибудь упоминал мое имя? Леви Деньга. Леви Торговец. Правда? Он никогда не рассказывал тебе про старину Леви. Мы с ним знали друг друга много лет. Впрочем, я тут распаляюсь, а вам надо бороться с Мором. Не хочу попусту тратить ваше время. Но видишь ли, Дункан обещал, что мы с ним вместе займемся одним делом, крайне важным для стражей. И для меня лично. Но бедный Дункан уже... В общем, его больше нет. Это, конечно же, настоящая трагедия. Только я знаю, он хотел бы, чтобы его дело продолжилось. Чтобы кто-то исполнил его обещание. Ну, это долгая история. Но именно я вернул серых стражей в Ферлден. Ну, в том числе и я. Нас таких было много. Дыхание Создателя. Что-то я занервничал. Для меня это такая честь. Наша семья. В общем, у нас довольно пестрое прошлое, понимаешь? Аристократы нас презирают. Моя прапрабабушка, София Драйден, была последним стражем-командором Ферлдене в те дни, когда стражей считали нахлебниками и дармоедами. А потому король Арланд изгнал стражей и присвоил себе земли и титулы рода Драйденов. Трудно сказать. После смерти короля Арланда началась гражданская война, в сотню раз хуже этой нынешней. Наша семья подалась в бега. За нами охотились враги, и во всем мире у нас не было ни единого друга. Но Драйдены — крепкий народ. Мы возродились, окрепли, стали торговцами. И сохранили нашу прежнюю гордость. Единственное преступление нашей семьи было в том, что мы охраняли королевство от Мора. И этого мы не стыдимся. Я просил правды. Наша семья глубоко почитает Софию Драйден. Мы знаем, что она погибла в пике солдата, старинной базе серых стражей. Нам нужны свидетельства, которые очистят ее имя. Это не вернет нам земель и титулов, но возродит нашу честь.
Что ж, со времен Арланда ни одна живая душа не бывала в пике солдата. По крайней мере, никто не вернулся оттуда, чтобы рассказать, где он был. Много лет я составлял карту лабиринта туннелей, ведущих к пику. И вот пару лет назад нашел дорогу. Тогда-то я пошел к Дункану. Да, пошел и сказал, что он может вернуть ту старинную базу, а наша семья вернет себе утраченную честь. В Южном Ферелдене объявились порождения тьмы. А Дункан был по горло занят поисками рекрутов и встречами с добрым королем Кайланом. Дункан сказал, что поможет мне после битвы при Астагаре. Сказал, что в пике может обнаружиться что-нибудь полезное. Вот только у него так и не вышло сдержать слово. Пик солдата и символ, и важный стратегический пункт. Дункан сказал, что вернуть его – стоящее дело. Еще он надеялся восстановить потерянный кусок из истории стражей и, быть может, найти парочку старинных реликвий. Никому не известно, что сейчас творится в пике. Я могу пробраться через туннели в основании пика солдата. Но это место... В общем, говорят, будто там водятся призраки. И там наверняка будет опасно. Ты хотя бы обдумаешь мое предложение? Чего ты хочешь от меня? Сейчас мы в лагере. Момент довольно подходящий. Потому что Флемет велела мне помочь вам. Почему? Ты хочешь, чтобы я ушла? Коли тебе это будет угодно, я уйду. Если бы я хотела уйти, то давно бы уже ушла. Но я до сих пор здесь. Так что не задавай, прошу, таких бессмысленных вопросов. Чего ты хочешь от меня? Сейчас мы в лагере. Момент довольно подходящий. Потому что Флемет велела мне помочь вам. Почему? Ты хочешь, чтобы я ушла? Коли тебе это будет угодно, тогда я полагаю, что на этом разговор закончен. Чего ты хочешь от меня? Если это так необходимо? Уменье это врожденным не было. Годами долгими училась я ему у Флемет в диких землях. Хасинские легенды говорят, что ведьмы принимают форму зверей и наблюдают за их племенем из-под тишка. И если мы заметим ребенка одинокого, тогда мы нападаем и тащим его в логово свое, чтобы сожрать. Малыш кричит и бьется в исступлении. Прелестная легенда. Превращениями? Давно. Пожиранием детей? Не знаю. При мне она не делала такого, но жизнь моя лишь миг в сравнении с ее. Почему ты спрашиваешь? Хочешь знать нечто особенное?
Животное имеет форму, не схожую с моей. Его движение, его манеру думать возможно изучить. Со временем это позволит стать ему подобной. Но изучать других людей здесь бесполезно, ведь я уже подобна им и ничему не научусь, их наблюдая. И в этой только форме я могу быть человеком. Любой, кто волей обладает, только акт преображения — это волшебство. Для заклинаний необходим магический талант. Если ты желаешь искусством этим овладеть без помощи чужой, то разочаровать тебя должна я. Дикие земли, бывало, звали меня ночами. Это правда. Ты смотришь на мир кругом и думаешь, что знаешь его. Я же вдыхала запахи поволчьи и покошачьи слушала, и в тени проникала, о которых ты не имеешь представления. Но я живу как человек. Иллюзий об ином я не питаю. Они со мной на равных. Думаю, что в их глазах я к племени звериному принадлежу. Неведомы мне мысли их, я человеком остаюсь в любом обличье, а они — зверями. И даже если я спрошу, они мне не ответят. О, правда? Они и слыхали, и в глухих углах, вдали от круга магов. Эти традиции предельно далеки от тех, которым учат в круге. И некоторые из традиций этих веками существуют. Их тщательно хранят, передавая из поколения в поколение. Религиозные фанатики из церкви всех практиков готовы растоптать. Однако в глуши они доселе сохранились. И мать моя из них. Запретное кровавое искусство не все отступники готовы применять. Малификарум — да. Но все же тех, кто в рабство попасть не хочет к кругу, не стоит огульно обвинять. Опасна дорожка эта. Некоторые считают, что отступники — значит свободные. О, правда? Что ж думаешь ты о способностях моих? Достойна ли я быть сожженной на костре, как отвратительное чудовище? Малыш, ты просто полон сюрпризов, я хочу сказать. Ну, хватит разговоров. Надо торопиться, чтоб пыль нас не покрыла с головой. Чего ты хочешь от меня? Если это так необходимо? Тебя учить я не могу. Но если кто-то из магов захочет, да, это возможно. Пришли, кого желаешь, и тогда я научу их всему, что можно в лагере. Но воля должна быть сильной, чтобы преуспеть. Чего ты хочешь от меня? Если это так необходимо? Тебя учить я не могу. Но если кто-то из магов захочет, да. Пришли кого же... Чего ты хочешь от меня? Если это так необходимо... Тебя уч... При... Чего ты хочешь от меня? Если это так необходимо? Чего ты хочешь от меня? Если это так необходимо? А почему ты вопросы мне такие задаешь? Я не выпытываю у тебя ненужной информации, не так ли? Так.
Тогда прошу прощения. Мне стоит от радости запрыгать. О чем ты спрашиваешь? Выросла ли я в диких землях? Вопрос твой любопытен. А где еще ты можешь меня представить? Шли годы. Кроме Флемет, не знала никого я. Земли дикие, звери лесные были для меня реальнее, чем сказки Флемет о мире человечьем. Со временем мне стало любопытно, и стало из дома отчего я уходить, чтобы узнать окрестности. То были лишь краткие набеги на дикий мир, цивилизации затронутой. А ты бы не возвращался? Твой мир так холоден и не прощает ошибок. Земли дикие — мой дом. Я прижилась там. Однако из уроков этих узнала я, что правда людского мира невыносима. Была я уверенной в себе и смелой, но многого не представляла. Ведь Флемет не могла меня готовить ко всему, без исключений. Возможно, это смелость и безрассудство в равной мере. Лишь однажды во мне признали ведьму. То был один Хасинт. Он путешествовал с торговым караваном. На меня указывал он пальцем, задыхаясь на странном языке своем, кричал. И многие решили, что меня он проклинал. Я же испуганной девчонкой притворилась. Его арестовали. Не все ли равно? Вроде бы его казнили. А это значит, я должна свободно по человечьим землям проходить и при этом не быть похожей на ведьму дикую в глазах людей. Конечно, не обходилось и без неприятностей. Обычаи людские порой меня сбивали с толку. Например, зачем касаться друг друга только для того, чтобы поздороваться? Не говори о пустяках. Твоя культура не настолько своеобразна. Да, многие детали мне Флемет не могла бы объяснить. Когда смотреть в глаза другому, как есть красиво за столом, как торговаться, не оскорбляя, ничего такого я не знала. И до сих пор, по правде говоря, я не владею этим в полной мере. Давно лишилась я надежды понять культурный мир. И к матери, когда в последний раз вернулась из отлучки, сказала ей, что больше не буду уходить. Да, и вот я здесь. Давай продолжим, пока земля здесь не разверзлась и нас не поглотила. Да-да. Возможно, временами. Мир, полный зданий и предметов, и людей, был чужд мне. Если я нуждалась в компании, то бегала с волками и с птицами летала. А если я поговорить хотела, то к деревьям обращалась. Не глупи. Помню, как впервые покинула я земли дикие в обличье зверя. В тени я пряталась и наблюдала за горожанами, и странными они казались мне. Я у кареты даму знатную заметила в одеждах блистательных, подобие которым я не встречала раньше. Она явилась воплощением богатства и красоты, и я была ослеплена. Я проскользнула за ее спиной в карету и зеркало нашла там в оправе золотой. Оно сияло, украшенное яркими каменьями. Его к груди прижав, в восторге понеслась домой я, в земли дикие. Нет, конечно. Флемет разгневалась. Я была ребенком, не вошедшим в силу, и рисковала разоблачением ради прелестной безделушки. И Флемет мне дала урок. Зеркало отняв, она швырнула его на землю. И сердце мое разбилось вслед за ним.
и глупым. Флемет была права, избавив меня от наваждения. Любовь и красота уходят. В них смысла нет. Во власти же он есть. Эти уроки были трудны, но ведь без них меня сегодня не было бы здесь. Да, это так. И если вернуться к изначальному вопросу, наверное, в диких землях мне было одиноко. Но таков был порядок вещей. Иногда я задаюсь вопросом, что вышло бы из девочки, которая владела бы тем прекрасным золотым зеркалом? Но грезам этим нет места в реальной жизни. Да-да. Если это так необходимо... Как мило, что ты задаешь столько вопросов. Я тоже рада радости твоей. На мать мою охотились не раз. И судя по успехам храмовников, таких как Алистер, ты можешь оценить, насколько им это удавалось. Мать превращала это в игру. Когда храмовники за нею возвращались, она с улыбкой смотрела на меня и говорила, что веселье должно начаться вновь. Игра веселой мне казалась, слишком была малая, чтобы понимать реальное значение событий. Сначала Флемет предупреждала их, но никогда они не слушали ее советов. И вот тогда и начиналась игра. Порой Флемет меня использовала как наживку. Девчушка плакала и убегала, завлекая храмовников подальше, в глушь, на верную погибель. То была игра, а я была малышкой. Если бы меня в игру не взяли, я бы расстроилась. О, к счастью, в диких землях места много. Как только нас находили, Флемет переселялась, и снова мы терялись в глухих лесах. Опасность я осознала, когда стала гораздо старше. До этого я не слыхала ни об отступниках, ни о Малефикарум. А ты не знаешь? Фанатики так называют всех магов, над которыми у них контроля нет. Церковь считает магов, не входящих в круг, отступниками. Отступники не могут стать Малефикарум. Зовут так чернокнижников, что крови магию творят и демонами одержимы. Возможно, это правда. Все же те из нас, что выбрали свободу, предпочитают не присоединяться. Замечу, что мы просто защищались. Но если они придут за нами, нет сомнений, мы будем драться. Довольно этих разговоров. Давай вернемся к делу нашему. Да-да. Если это так необходимо. Но это от многого зависит. Кем же она кажется? Узнать ты хочешь, та ли это Флемет, воспетая в легендах и преданиях? Скажи, насколько хорошо ты знаешь легенду эту? Ту, что Хасинды до сих пор о матери рассказывают, если хотят кого-то напугать. Тебе я расскажу то, что от Флемет услышала сама. А ты реши, считать ли это правдой, если хочешь. Флемет была прелестна и молода когда-то. И в варварской земле красавица желание вызывала у всякого мужчины. Об этом знаем мы из песен бардов. Многие столетия назад, когда эта земля названия Ферелден не имела,
Легенды говорят, что Флемет влюбилась в барда Озена, и мужа Канабара покинула она, из замка убежав. Ужасный человек ей за неверность поклялся отомстить. Но мать моя, напротив, утверждает, что Озен был муж ее, а Канабар ревниво наблюдал за их семейством. Лорд Канабар готов был много дать за Озена красивую жену. Он посулил власть и богатство молодому Озену. Тот согласился. Барды жизнь бедную ведут, а голод любовь обычно убивает. И Флемет предложила эту сделку. И все бы шло путем, если б лорд Канабар был честен и выполнил условия. Но этот подлый человек был жаден. С добром он расставаться не хотел. Озена вывели в поле и убили. А духи об этом Флемет рассказали. И она о мести поклялась. О нет, то было невозможно. Канабар бесчестным был. Она не захотела к нему в супруги. Флемет обратилась к духам за помощью. Они убили Канабара, а демон из легенды явился позже. Конечно, Канабаровы подельники устроили охоту на Флемет, и она укрылась в диких землях. Там ей демон встретился, который ей силу подарил. Легенда говорит о Кормаке, герое из героев, который Флемет победил, когда она с огромной армией в низины устремилась веками позже. Но все это ложь. А правда в том, что не было вторжения. Как Флемет говорит, Хасинды никогда не собирали войска под знаменем. Она же не воевала с человеком, носящим имя Кормак. А Кормак вел гражданскую войну, желая якобы искоренить зло, завладевшее умами аристократов. Резня была кровавой. Так он в герои выбился. Флемет же вошла в легенду позже. Возможно, из-за большой войны с Хасиндами, которая в конце концов случилась. Мать говорит, что ей неведомо, как началась она. Демон изнутри ее преобразил. Она не человек. А кто? Быть может, одержимая? Не знаю. Я знаю только то, что мать моя умна. И диким землям она принадлежит, как и они ей. Но ей бессмертие не свойственно. Она умрет, если клинком ударить в сердце. Найдись такой клинок. Кровь в ее жилах течет. Ты спрашиваешь, есть ли у меня сестры? Я сама не раз вопросом этим задавалась. Легенда говорит, что в диких землях было много ведьм. Рассказы эти появились до моего рождения. Флемет не хочет говорить о дочерях, пусть даже они существовали. Должна я верить, что первенцем ее была? Не думаю. Я верю не во все, что говорит она. Порой мне кажется, озлобилась она и горечь окрасила картины прошлого. Но в целом, да, я верю в эту историю, хоть не всегда ее слова правдивыми считаю. Флемет ее рассказывает более цветистым слогом, чем я. Однако ж, на здоровье. Могу ли тебя спросить о матери твоей? Родительницы редко бывают одержимыми из сказок и легенд, но все ж мне любопытно. Я соболезную тебе, хоть это и не поможет, и думаю, что это очень мало. Однако неважно, двигаться нам нужно.
Прекрасный подарок. Спасибо. Прекрасный подарок. Спасибо. Любопытно. Любопытно. Прекрасный подарок. Спасибо. Ты и твои друзья грозные ребята. Хорошо иметь таких попутчиков. Уверен, тебе понравятся вещицы, которые мы собрали. К тому же я дам тебе скидку. Любопытно. 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 В юрте так холодно одной. Значит, ты придешь ко мне? Ну что ж мы будем делать в тесной юрте, пока не согреемся? Превосходно. Тогда давай не тратить больше времени на болтовню. Теперь я вижу, что не врут рассказы, что равных в силе серым стражам нет. Еще как есть. Вопрос один остался без ответа. Иль сила чресел скверны рождена, что окружает вас со всех сторон? Или дело просто в том, что стражи серые здоровы от природы? Я думаю, и то здесь, и другое. Здоровью придает пикантность темнота, ваш враг. Теперь все только от тебя зависит. Запомни, независимость твою я никогда ничем не потревожу. Стремление лишь свое хочу исполнить.
И если вдруг с твоим оно совпало, да будет так. А если ты решишь не продолжать, несчастный случай наш, да будет так. Все просто, не находишь? Ах, какой ты глупый у меня. Банальность испугнул все настроение. Тогда пошли. Давай, уйдем отсюда, пока другие не начнут глазеть. Зачем мы здесь встали? Нам еще с порождениями тьмы биться. Стоит ли задерживаться? Я Кунари. Я дал слово тебе помогать. Мы не из тех, кто дает пустые обещания. Нет. Народы сложны. Их не опишешь краткой фразой вроде «Эльфы — это податливые остроухие создания, живущие в нищете». Состою. Я всегда участвовал в войне, гном. Мой народ не прекращает войну с того самого дня, как мы ступили на Северные острова. Теперь с островов. Из другого места. Нельзя. Я родился в Сигероне. О землях, откуда мы приплыли, я ничего не знаю. Даже название. Не вижу смысла сейчас говорить об этом. Сигерон и Парволен далеко. Ферелден и порождение тьмы близко. Тебя это беспокоит? Напрасно. Сражаться я могу, и это главное. Как скажешь. Да? Сидел, как ты мог заметить. Нет, только когда захочу. Я ответил. Паршаара. Что еще? Говори. В таком случае, пойдем дальше. Я этого ожидал. Чтобы найти ответ на вопрос. Аришек спросил, что такое мор. Чтобы удовлетворить его любопытство, я и пришел сюда. Тот, кто командует Антаамом, воинским отрядом Кунари. У Кунари нет королей. Терпение, чтобы отвечать на глупые вопросы, но немного. А почему он так беспокоит тебя? Разве? Если порождение тьмы наводнили Ферелден, не значит ли это, что под землей их стало меньше? Не утруждай себя поиском ответа. Я не знаю, почему Аришек нас послал. Он приказал, и я пошел. Отчасти.
нужно. Я не могу вернуться домой. Теперь это не важно. Может, двинемся дальше? Нас ждут порождения тьмы. Говори. В таком случае, пойдем дальше. Как скажешь. Что тебе нужно? Спрашивай. Из них сделали бойцов. Церковь может говорить, что храмовники нужны ей для защиты, но не слушай эти сказки. Они самые настоящие солдаты. Само собой, у ордена храмовников есть и другая основная цель – преследовать магов. Для этого мы развиваем способности тех, кто может выпивать ману и рассеивать заклинания. Могут, наверное, но возможности для этого выпадают нечасто. Церковь держит храмовников на коротком поводке. Видишь ли, нам дают лириум, чтобы развить у нас магические способности, а это значит, что у нас вырабатывается зависимость. А поскольку церковь жестко контролирует торговлю лириумом с гномами, думаю, тебе под силу сложить 2 и 2. К счастью, нет. Лириум ты начинаешь принимать только после того, как принесешь присягу. Для того, чтобы развить способности храмовников, лириум не нужен. Он просто делает эти способности более действенными. Мне так сказали, по крайней мере. Может, это и не так. И церковь обычно не выпускает храмовников из своих рук, ведь они могут раскрыть ее тайны. Я что-то вроде исключения. Так что мне еще повезло. Что тебе нужно? Спрашивай. Думаю, что могу, но не хочу. Когда владыка церкви позволила Дункану забрать меня, она заставила меня поклясться, что я никому, кроме церковников, не раскрою секретов храмовников. И я намерен сдержать свое слово. Впрочем, вернемся к этому разговору позже. Быть может, я передумал. Ведь ты просишь отнюдь не о пустяке. Это для меня? Правда? Ну вообще. Это для меня? Правда? Ну вообще. Отлично. Блеск. Спасибо. Если я могу что-то для тебя сделать, прошу, скажи. Конечно. Удачи тебе и твоим соратникам. До свидания. Если я могу что-то для тебя сделать, прошу, скажи. Конечно. Удачи тебе и твоим соратникам. До свидания.
Зачем мы здесь встали? Нам еще с порождениями тьмы биться. Стоит ли задерживаться? Я Кунари. Я дал слово тебе помогать. Мы не из тех, кто дает пустые обещания. Как скажешь. Это для меня, правда? Ну, вообще. О, спасибо. Очень мило. Ты уверен, что не хочешь эту шляпу? Тогда, может, возьмешь сережки или нож для сыра? Уверен, тебе понравятся вещицы, которые мы собрали. К тому же я дам тебе скидку. Спасибо, очень мило. О, спасибо, очень мило. О, спасибо, очень мило. О, спасибо, очень мило. О, спасибо, очень. О, спасибо тебе. 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 Благодарю тебя. 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 Такой желторотый, как я думал. Это неожиданно. Тебя это, кажется, удивляет. Должно быть, ты уже слышал такое раньше. Ты это преодолеешь в конечном итоге. Я сам этому удивлялся. Это один из тех твоих поступков, что приводили меня в замешательство. Чем же я могу озадачивать? Я очень простое существо. Люблю мечи, следую приказам. Больше обо мне и знать нечего. Я знал, что найдутся причины продолжать с тобой путь. Как бы то ни было, нам пора идти. Я должен был стать глазами Антаама. Аришек спросил, что такое Мор. Чтобы удовлетворить его любопытство, я и пришел сюда. Нужно.
Никогда. Я не могу вернуться домой. Спасибо. Может, двинемся дальше? Нас ждут порождения тьмы. Это важно? Ну, хорошо. Я сам себя посадил в клетку. Слабоумие – смертельный враг, как тебе, безусловно, известно. Со мной было 7 моих братьев из Бересаада. Мы должны были узнать причины мора. До Ферелдена мы добрались без происшествий. Не видели ничего угрожающего, ничего такого, что искали. Пока той ночью не встали возле Лотеринга. Они нахлынули отовсюду. На земле, в воздухе, везде были порождения тьмы. Слишком поздно я сразил последнюю тварь. Она успела ударить первой. Мне сказали, что никто не уцелел. Не знаю, сколько я лежал на поле боя среди трупов. Не знаю, как крестьяне меня нашли. Знаю только, что, когда я проснулся, моих братьев рядом не было. И меча не было тоже. Я начал его искать, а когда не нашел, спросил спасителей, что с ним стало. Они сказали, что при мне ничего не было. Да, я знал, что меча у них нет. Им ни к чему было врать. Это было от отчаяния, и я потерял рассудок и всех убил. Знаю. Я не могу оправдать свой поступок. Я бесчестен. Тот меч был сделан под мою и только мою руку. Он был при мне с того дня, когда меня приняли в Бересаад. Я должен был умереть, но не выпустить его. Даже если бы я прошел один и безоружный через Ферелден и Тевентер и отчитался перед Аришиком, меня бы казнили на глазах у всего Антаама. Меня бы сочли бездушным, дезертиром. Воин не может расстаться с мечом, покуда дышит. Если бы я знал, где искать, он бы был уже у меня. Возле Лотеринга. Может быть, это лишь слова утешения, но все равно спасибо. Ты звал? Я сам себя посадил в клетку. Слабоумие – смертельный враг, как тебе, безусловно, известно. Это сложный вопрос. Со мной было 7 моих братьев из Бересаада. Мы должны были узнать при... Да... По... Слишком поздно я сразил последнюю тварь. Знаю только, что, когда я проснулся, моих братьев... Я начал его искать. Да. Я... Даже... Меня бы сочли бездушным. Если бы я знал, где искать. Возле Лотеринга. Ты звал? Говори. В таком случае, пойдем дальше. Я этого ожидал. Мягко говоря, ни у кого здесь нет своего места. Крестьяне хотят быть купцами, купцы бредят дворянством, а дворяне становятся воинами. Никто не доволен тем местом, которое занимает.
А что это даст? Если крестьянин купит лавку, он все равно не станет купцом. Он будет крестьянином за прилавком. Ему суждено будет влачить за собой старую жизнь, как черепахе, свой панцирь. Счастье мимолетно. На нем нельзя выстроить ничего вечного. Вечен лишь долг. Его можно найти в исполнении долга, в служении своему народу. Нет нужды искать его специально. Может, пойдем дальше? Может быть. Это непривычно. Ходить в толпе и слышать язык, не похожий на твой. Видеть лица, которые не такие, как твое. Мне не хватает запахов Сигерона, чая, благовоний и моря. Ферлден пахнет мокрой псиной. Здесь интересная еда. Есть у вас тут такое? У кунари нет подходящего слова. Такие испеченные штучки, как хлеб, но сладкие и хрустящие. Да, у нас таких нет. Это надо исправить. Может, пойдем дальше? Говори. В таком случае, пойдем дальше. Я этого ожидал. Хорошо. Как скажешь. Ты что-то задумал? Ты не обязан это делать, ведь ты знал его меньше, чем я. Я мог бы воспринять все это не так остро. Дункан с самого начала предупреждал меня, что это может случиться. Каждый из нас может пасть в бою. Надо держать себя в руках, ведь у нас столько дел, моры, все такое. Извини. Я бы хотел похоронить его как следует. Быть может, когда все закончится, я это сделаю, если мы останемся живы. Сомневаюсь, что у него есть близкие, которые позаботятся о его останках. Не знаю. Понятия не имею, что серые стражи делают со своими товарищами, павшими в битве. Гномы не сжигают павших, так? Скажи, как твой народ чтит своих мертвых? Да, кажется, я слышал об этом. Их души возвращаются в камень, укрепляя основание Тейга. Как необычно. Да, ты прав. Спасибо тебе. Было приятно поговорить по душам с другом. Для меня это много значит. Я не против. Думаю, и Дункану бы это понравилось. Ты что-то задумал? Спрашивай. Из них сделали бойцов. Церковь может говорить, что храмовники нужны ей для защиты, но не слушай эти сказки. Они самые настоящие солдаты. Само собой, у ордена храмовников есть и другая основная цель – преследовать магов. Для этого мы развиваем способности тех, кто может выпивать ману и рассеивать заклинания. Могут, наверное, но возможности для этого выпадают нечасто. Церковь держит храмовников на коротком поводке. Видишь ли, нам дают лириум, чтобы развить у нас магические способности, а это значит, что у нас вырабатывается зависимость. А поскольку церковь жестко контролирует торговлю лириумом с гномами, думаю, тебе под силу сложить 2 и 2. К счастью, нет. Лириум ты начинаешь принимать только после того, как принесешь присягу. Для того, чтобы развить способности храмовников, лириум не нужен. Он просто делает эти способности более действенными.
Мне так сказали, по крайней мере. Может, это и не так. И церковь обычно не выпускает храмовников из своих рук, ведь они могут раскрыть ее тайны. Я что-то вроде исключения. Так что мне еще повезло. Ты что-то задумал? Спрашивай. Других да, но не тебя. Такой человек должен быть умелым воином. Для этого дела очень важна дисциплина. Присылай ко мне в лагерь, кого тебе надо. Посмотрим, что я смогу сделать. Ты что-то задумал? Спрашивай. Они такие, какие есть. Кроме этого, мне известно только одно место. Крепость Вейсхаупт. Это цитадель серых стражей в Андерфелсе. Но до нее 1000 миль. И я даже не знаю, как связаться с тамошними стражами. Кроме этого, мне известно только одно место. Крепость Вейсхаупт. Это цитадель серых стражей в Андерфелсе. Но до нее 1000 миль. И я даже не знаю, как связаться с тамошними стражами. Так что, если не считать особняка в Денериме, в который можно попробовать пробиться, вариантов нет. Нам больше некуда обратиться. Хороший вопрос. Их полно в Орлее. Но кто знает, как их отыскать? А ближайший орлезианский город расположен в нескольких неделях пути. Если отправиться на север и пересечь море, сколько-то стражи наверняка есть в Вольной Марке. Опять-таки, я не знаю, где именно. Мне мало что известно о серых стражах из других стран. Думаю, в конце концов, серые стражи за пределами Фейлдена захотят узнать, что случилось и почему Дункан и все остальные не шлют вестей. Рано или поздно они пошлют гонца, хотя кто знает, что ему скажут люди Лагейна в Денериме. А может быть, они и не станут никого присылать. Мы могли бы попробовать связаться с ними, но для этого пришлось бы оставить Фэрлден. И даже в этом случае они не успеют вернуться с нами и встретить Мор. Выходит, что бы ни произошло, нам доведется обойтись без посторонней помощи. Рано или поздно, да. И я хочу сказать, когда-нибудь мы должны будем применить посвящение для набора новых серых стражей. Ведь так? Но я не знаю, как проводить посвящение и что для этого нужно. Я знаю, что используются лириумы и еще какая-то магия. А подготовить ритуал непросто. Но это и все. Если не разузнать побольше о посвящении, надо смириться с мыслью, что пока нас будет только двое. До тех пор, пока из других земель не придут новые стражи. Просто уйдем? Ты хочешь бросить Фэрлден? Даже не знаю. Но если это и впрямь архидемон, одолеть его можем только мы. А это означает, что Мор будет беспрепятственно расползаться и дальше. Рано или поздно другие серые стражи из Орлея и остальных стран узнают о Море и выступят против него. Но спасти Фэрлден они не успеют. Это не выход, так что я остаюсь здесь. Насчет серых стражей, я так понимаю. Что ж, ясно. Ты что-то задумал? Спрашивай. Так же, как и ты. Хлебнул крови, она встала у меня в горле, я отключился. Ты что, успел все забыть? До этого я был церковником. Видишь ли, меня много лет готовили к тому, чтобы стать храмовником. И именно там я научился почти всему, что умею. Верно подмечено. Мне даже запретили заходить на кухню. Я столько раз очищал кастрюли, что и сам со счету сбился. А считать я умею, поверь. Владыка церкви не хотела меня отпускать. Дункану даже пришлось применить право призыва, отчего владыка пришла в ярость. Я думал, что она прикажет схватить нас обоих. Так что мне еще повезло. Не знаю.
Может и так. Помню, когда он приехал в поисках новобранцев, я истово молил Создателя, чтобы он выбрал меня. Я всегда буду благодарен Дункану за то, что он забрал меня. Знаешь, если бы не он, я бы никогда... Нет, это мне очень жаль. Мне не стоит... Все в порядке. Он умер как герой, как и все серые стражи. Ладно, в путь. Хватит этих разговоров. Ты что-то задумал? Спрашивай. Когда это я такое говорил? Меня вырастили собаки. Стая огромных слюнявых собак из Андерфелса. Ну, видишь ли, это были летающие псы. К тому же, на удивление, строгие родители и вдобавок фанатичные приверженцы Андраста. Или мне все это снилось? Забавные бывают сны, когда спишь на твердой холодной земле, верно? Тебе известно, что у тебя совсем нет чувства юмора. Ладно, ладно, твое дело. Знаешь, как я это объясняю? Я бастард. Безотцовщина, если тебе не знакомо это слово. Моя мать была служанкой в замке Рэдклифф. Она умерла, когда я был еще совсем маленьким. Эрл Эамон мне не отец. Но он почему-то взял меня к себе, предоставив стол и кров. Он был добр ко мне. А ведь особых причин на то не было. Он заслуживает уважения. И я больше не виню его за то, что когда я подрос, он отдал меня в церковь. Кто я такой, знал мой отец. Он умер даже раньше, чем мать. Это не важно. Прошло время, и Эрл Эамон женился на молоденькой орлезианке. Такой поступок изрядно осложнил его отношения с королем, потому что еще свежа была в памяти недавняя война. Но Эрл Эамон любил эту женщину. Как бы то ни было, новой Эрлесе очень не понравились слухи, которые утверждали, будто я незаконнорожденный сын Эрла. Это, конечно, была неправда, но такие слухи ходили. Эрлу на них было наплевать, а вот Эрлесе нет. Так что в возрасте 10 лет мне велели собрать вещички и отправили в ближайший монастырь. И как раз вовремя. Эрлеса к тому времени приложила все усилия, чтобы замок перестал быть для меня домом. Она меня презирала. Возможно. Теперь-то я понимаю, что мое присутствие было для нее угрозой. Не могу ее винить. Бьюсь об заклад, она и сама гадала, правду ли говорят те слухи. Помнится, у меня был амулет со священным символом Андраста. Единственная вещь, которая осталась от матери. Когда меня отсылали из замка, я так разозлился, что сорвал с себя амулет и швырнул его о стену. Он разбился. Это было так глупо, глупо! Эрл потом несколько раз приезжал в монастырь проведать меня, но я был упрям. Мне там очень не нравилось, и я винил его во всем. И в конце концов он перестал приезжать. Думаю, что да. Хотя меня беспокоит известие о его болезни. Как бы нам не довелось обнаружить, что Лагейн пришел к тем же выводам, что и мы с тобой. Как бы то ни было, это все, что я хотел тебе рассказать. Ты что-то задумал? Спрашивай. А ты видел мундиры храмовников?
Они не только шикарные, но и добротно сшиты. Обожаю добротное шитье. Я прячу его под подушкой. Порой я его достаю, просто чтобы с нежностью прижать к сердцу и помянуть доброе старое время. Знаешь, даже слеза прошибает. Ну да, конечно. Говорят, будто самобичевание крайне неприятная штука, но ты же знаешь присказку, что одному боль, другому... Ты же на самом деле не хочешь узнать, как я был храмовником? Это довольно скучно. Знаешь, ход твоих мыслей мне нравится. Ты ничего. И если тебе и впрямь любопытно, я расскажу. Суть дела в том, что я и вправду ненавидел монастырскую жизнь. Послушники из бедных семей считали, что я задираю нос, а те, что познатней, звали ублюдком и в упор меня не видели. Мне казалось, что Эрл Эмон от меня отказался, что я ему не нужен, и я был полон горечи. Отчасти правда для меня стало отдушиной само обучение на храмовника. У меня это недурно получалось. Нет, до этого я не дошел. А в основном я научился дисциплине, научился упражнять свой ум, чтобы использовать присущие храмовникам способности. Это было трудно, но труды вознаграждались с лихвой. Впрочем, я нигде не чувствовал себя дома, пока не стал серым стражем. И Дункан посчитал, что мои способности храмовника могут пригодиться нам для борьбы с магией порождений тьмы, так что я продолжал их развивать. Ну а ты? Есть на свете место, которое ты можешь назвать своим домом? Ну не вечно же мы будем скитаться. Когда закончится война, когда Амор... Словом, настанет пора нам подумать о том, чтобы обзавестись настоящим домом. Хотя сейчас и кажется, что до этого еще очень далеко. Да и серых стражей, наверное, уже больше нет. Полагаю, ты прав. Мы можем создать новых серых стражей, но никогда не вернем тех, кого потеряли. Хотел бы я знать, будет ли мир когда-нибудь прежним. Так или иначе, из-за меня мы отвлеклись от главного. Лучше вернуться к тому, что мы должны сейчас делать. Ты что-то задумал? Спрашивай. Никогда что? Не имел добротной пары сапог? Понятия не имею. Может, ты хочешь спросить, видел ли я Василиска? Пробовал ли я мясной студень и лизал ли кувалду на морозе? Издеваться над товарищем по оружию? Я бы не посмел. А теперь скажи мне, тебе случалось лизать кувалду на морозе? Какую возбуждающую картину ты мне рисуешь. А я никогда не имел этого удовольствия. Нет, я, конечно же, думал об этом, но ты понимаешь. Как забавно. Я припомню вам эти злобные шуточки, сэр. Если ночью услышишь всхлипывание, знай, это я оплакиваю свою горькую участь. Ух!
Я никогда не забуду твой жестокий допрос. А может, только до обеда. После обеда на душе всегда становится светлее. Ой, посмотри, сыр. Ты что-то задумал? Спрашивай. Ты имеешь в виду, кроме того, как он становится серым стражем? Знаешь, я и об этом Дункана спрашивал, но слышал в ответ только одно. Увидишь сам. Не то чтобы Дункан хотел сохранить что-то в тайне. Просто серые стражи редко об этом говорят. Я так понимаю, для них это неприятная тема. Сначала я заметил, как вырос мой аппетит. Я просыпался среди ночи и тайно пробирался в кладовую замка. Мне казалось, что я умираю с голоду. Я сжирал свой обед так, словно это была последняя еда в моей жизни. Глядя на меня, всего перемазанного в соусе, другие серые стражи покатывались со смеху. Правда? На днях я видел, как ты поедаешь свой обед, как дикарь. Теперь у нас здесь братство настоящих мужиков. Я так понимаю, до посвящения ты был таким же? А потом... Потом пришли кошмары. Дункан сказал это потому, что мы начинаем чувствовать порождение тьмы. Мы подключаемся к их... Не знаю, как это правильно назвать. Общему разуму, что ли? Когда ты спишь, все еще хуже. Через время ты учишься отгораживаться от этих снов, но первое время тебе бывает непросто. Похоже, тем, кто проходит посвящение во времена Мора, приходится еще сложнее. Ты-то как все это переживаешь? У некоторых все проходит довольно легко, но это бывает редко. Другие же плохо спят весь остаток жизни. Как видно, они просто более чувствительны. Впрочем, конец для всех один. Когда ты достигаешь определенного возраста, начинаются подлинные кошмары. И тогда серый страж понимает, что его время пришло. Да, именно так. У нас не было времени рассказать тебе об этом, понимаешь? Вдобавок ко всем прочим радостям, серому стражу можно не бояться смерти от старости. Хочешь, не хочешь, у тебя остается 30 лет жизни. Скверна — это как смертный приговор. В конце концов, твое тело перестает с ней справляться. И когда приходит время, большинство серых стражей отправляются в Арзамар, чтобы умереть в бою, а не дожидаться неизбежного. Таков обычай. Там, где гномы, ниже всегда можно отыскать порождение тьмы. Старейшие серые стражи всегда отправляются на глубинные тропы в последний бой. Не то чтобы во времена Мора сложно отыскать порождение тьмы, но таков обычай. И гномы уважают нас за это. А ты еще удивлялся, почему мы не рассказываем новобранцам о посвящении. Теперь ты знаешь всю правду. Видишь ли, у Дункана снова начались кошмары. Он рассказал мне это по секрету. А еще он сказал, что скоро и сам отправится в Арзамар. Думаю, он добился своего. Жаль только, что такой достойный человек умер такой смертью. Я знаю, если мы положим конец Мору, одно это оправдает наша жертва, ведь так? Ты что-то задумал? Спрашивай. Я знаю их не так уж давно, но все же дольше, чем ты.
Ты ведь никогда их раньше не видел? Быть одним из стражей — это нечто. Это, почитай, что настоящая семья, тем более, что прошлая жизнь для всех нас закончилась. Мы тут очень весело проводим время. Веселее, чем ты думаешь. Как-то раз... А, впрочем, едва ли тебе интересно, что случилось с мужчинами, которых ты не знаешь. Когда меня приняли, здесь был один гном по имени Керрик. Он был из самых старших, и вскоре он отправился в Арзамар. Это случилось еще до вестей о море. Как оказалось, он поспешил. Он говорил, что не хочет возвращаться под землю, что ему хотелось бы умереть, сражаясь с порождениями тьмы на поверхности. Был один серый страж, который пришел из самого Андерфелса. Как же его звали? Грегор? Григор? Это был здоровый мужик с самой длинной и самой пышной бородой из всех, что я видел. А еще он крепко умел выпить. Он пил не переставая, но никогда не пьянел. В конце концов, мы собрались вместе и побились об заклад, сколько пинт надо в него влить, чтобы он оказался под столом. Не всегда, но частенько. Все-таки нас кое-что объединяло. Мы все прошли через посвящение, а значит, знали... Но как бы то ни было, лучше уж веселиться, чем вечно ходить мрачному. Мы так и не выяснили, что хотели. Он сказал, что будет выпивать пинту на каждые полпинты, которую пьют все остальные. И когда мы все уже отрубились, он еще сидел прямо. Мне сказали, что потом пришел Дункан и увидел всех нас в повалку, лежащих от одного конца зала до другого. И Грегора, который все еще сидел и пил. Дункан смеялся, пока не... Пока... Да, думаю, так оно и есть. Мне казалось, я уже пережил это, но... Мне вдруг пришло в голову, что от Дункана у меня ничего не осталось. Совсем ничего. Ни могилы, чтобы ее проведать. Ни какой-нибудь безделушки, которая напоминала бы о нем. Понимая, что тебе... Это кажется глупостью. Я просто хотел бы сохранить какую-нибудь из его вещей, вот и все. Что ж, какой толк горевать понапрасну? Его больше нет, а нам надо жить дальше. Идем. Я вот тут думал... Мне хотелось бы знать твое мнение о некоторых наших... спутниках. Ты не против, если я задам такой вопрос? Я задумал коварный план. Обойти их всех и по секрету поведать все гадости, которые ты о них высказал. Тогда они взбунтуются, и я стану предводителем отряда. Что? Командовать? Я? Нет. Никакого командования. Когда я становлюсь командиром, все идет наперекосяк. Мы теряем дорогу, люди гибнут, и в конце концов я оказываюсь где-нибудь на мели и без штанов. Хотя, если говорить серьезно, то мне просто любопытно. У меня было время составить о каждом собственное мнение, и мне просто хочется узнать, сильно ли оно отличается от твоего. Еще как выскажу, не беспокойся. Итак, с кого бы начать? Как насчет Стена? Он на меня так смотрит, мурашки по коже. И еще он чересчур бесшумно движется для такого громадины. Но все же он не такой плохой, как расписывает церковь. По словам церковников, философия Кунари – зло и мерзость, но Стен кажется таким рассудительным. А все же он убил всех тех людей.
и даже не отрицает этого. Тебя это не беспокоит? Но во всем остальном он кажется таким благородным и даже мудрым. Не понимаю. Как насчет Лилианы? Она чокнутая? Или ты действительно веришь в ее праведческий дар? А я думаю, что ты просто не хочешь говорить со мной на эту тему. Морриган, ты ей доверяешь? Подумай. Быть может, Флемет отправил ее с нами совсем по другой причине? Ну, помимо того, что она полная и законченная стерва, нет, она мне просто не нравится. Почему? А тебе? Да, конечно. Красивая, как нечто очень опасное. Смертельная красота. А, сдаюсь. Делай, что хочешь. Скажи мне только одно. То, что говорят все остальные, это правда? У тебя с Морриган что-то есть? Скажи, что это не так. Хо-хо-хо, какие мы обидчивые. Обвиняем меня в ревности и все такое? Значит, это правда? Ладно, твои проблемы. Хватит. Я, пожалуй, насытил свое любопытство. Давай вернемся к делу. Ты что-то задумал? Ты что-то задумал? Спрашивай. Я могу тебе как-то помочь? Да, и о чем же? Знала, что рано или поздно до этого дойдет. Не знаю, как это объяснить, но я видела сон. Я видела непроглядную тьму. Такую плотную, такую натуральную. И раздавался шум. Ужасный, отвратительный шум. Я стояла на вершине и видела, как мрак покрывал все. И когда грозовые облака поглотили остатки солнечного света, я упала, и тьма объяла меня. Я видела много снов, но это было что-то другое. Проснувшись, я, как всегда, пошла в церковный сад. И в то утро розовый куст, который был там в углу, вдруг расцвел. Все знали, что этот куст мертв. Он был серый, корявый, колючий. Трудно найти что-нибудь уродливее. Но на нем появилась одна роза изумительной красоты. Будто Создатель простер свою длань и молвил: «Даже во тьме есть место и надежде, и красоте. Не теряй веры». Во сне я упала или прыгнула. Я готова на все, лишь бы остановить мор. Я знаю, что это нам по силам. В мире, сотворенном Создателем, столько хорошего. Как я могу сидеть и ждать, пока мор все пожрет? Я не знаю. Он создал мир. Он вправе его разрушить. Но столько всего стоило бы сохранить. Ты... Какой же ты пессимист? Я могу тебе как-то помочь? Что значит такая, как я?
Думаешь, в монастырях мало красивых, привлекательных женщин? Сильно ошибаешься. В Лотарингском монастыре было много красивых молодых посвященных. Все целомудренные и чисты. Ах, это только усиливало их загадочность. Потому что они были недоступны. А запретный плод сладок, верно? Льстец. Впрочем, я не принимала обетов, и поэтому не кажусь такой загадочной, да? Церковь предоставляет поддержку и тихую гавань всем, кому это нужно. Я решила остаться и стать послушницей. Я была странствующим менестрелем в Орлее. Мою жизнь составляли песни и сказания. Я выступала, и наградой мне были овации и деньги. Что до моего боевого искусства, когда странствуешь, всему научишься, так? Конечно же так. Идем дальше. Я люблю проводить ночи в лагере. Там ночь всегда кажется мне более спокойной, безопасной. Мне кажется, будто ночь дарует нам отсрочку от дневных тревог. Глупо, правда? Ведь порождения тьмы не спят и прячутся как раз в потемках. Мне нравятся ночи, когда мы стоим вместе в дозоре, болтаем, чтобы скоротать время. Вернее, в основном болтаю я, а ты слушаешь. Случается, я задремлю, а когда очнусь, вижу, что ты все так же начеку, и знаю, что ты из-за меня караулишь. Я хочу сказать, что доверяю тебе. Мне с тобой хорошо. Я знаю, что когда понадобится, ты будешь рядом. Ты наш командир и мой друг. А иногда я думаю, что между нами могло бы быть нечто большее. О, Создатель! Вот бы кто-нибудь услышал меня сейчас! Запинаюсь, будто неграмотная крестьянка. Это я, Барт! Мне мало есть, что добавить. Я уже все рассказала о своих чувствах. Ты очень дорог мне. Правда? Мне об этом ничего не известно. Ты чувствуешь то же, что и я? И не посчитал нужным сообщить мне об этом? Из-за тебя я такого тут сейчас наговорила. Неужели ты не мог сказать мне это первым? Ох, как неловко. Рыцари, наверное, перевелись. Заставить даму так изливать свою душу. Ну да, только не задавай вопросов. Я женщина и имею право быть непоследовательной. Звезды показались. Меня утешает то, что Мор не затронет звезды. Что бы ни случилось здесь у нас, они будут вечно сиять негасимым светом. Есть одна легенда, вон о том созвездии. Не знаешь? О Балиндре и ее солдате. Давным-давно жила красавица по имени Алиндра. У нее было много поклонников, но она всех отвергала, потому что никого не любила. Однажды Алиндра сидела у окна в замке своего отца, пела и мечтала. И ее прекрасный голос донесся до слуха молодого солдата. Очарованный ее пением, солдат подошел к окну. Когда их взгляды встретились,
Он влюбился в нее, а она в него. Когда Алиндра рассказала отцу о своем избраннике, он пришел в ярость. Алиндра была аристократкой, а ее любимый всего лишь простым солдатом. Чтобы разлучить их, он заточил Алиндру в самой высокой башне замка, а ее солдата отправил на войну. Увы, не прошло и месяца, как Алиндра узнала, что солдат погиб. Алиндра в одиночестве скорбела в своей башне и молила богов забрать ее из этого жестокого мира. Столь искренней была ее мольба, что тронула даже богов. Они простерли свои длани и перенесли ее высоко в небеса, где она сделалась звездой. Боги взяли на небо и душу солдата Алиндры, но поместили ее на дальней стороне небосвода. Звездная полоса между ними — это река из слез, которые Алиндра льет, оплакивая свою утраченную любовь. Говорят, что когда Алиндра достаточно выплачется, то сможет переправиться через реку и воссоединиться со своим солдатом. Это всего лишь вымысел, но порой становится легче, когда отрешишься от осмысленного. Это одна из моих любимых. Легенда о любви столь великой и нерушимой, что сами боги посочувствовали ей и решили вмешаться. Порой я спрашиваю себя, а существует ли такая любовь? Возможно ли она? Никак не ожидала услышать такого от тебя. Это приятный сюрприз. Я имела в виду, что у тебя всегда суровая личина. Приятно было обнаружить за нею лицо. Может, тебе стоит позволить своей душе чаще являться наружу? Если слушать не только рассудок, но и сердце, возможны чудеса. Вижу, ты все еще с Морриган. По-моему, ты говорил, что она для тебя ничего не значит. Какую игру ты ведешь? Мне говоришь, что я тебе нравлюсь, что я для тебя что-то значу, а за моей спиной крутишь с ней? Это нечестно по отношению и ко мне, и к Морриган. Ты говоришь ей то же самое, что и мне? Так прояви ко мне немного уважения. Прояви к нам уважение. Прошу тебя. У прекрасных людей тоже бывают пределы терпения. Ты мне так дорог, что словами не выразить. Но я... Мне невыносимо смотреть, как ты все время ходишь к ней. Мне очень жаль, что я вынудила тебя к этому, но я больше не могу терзаться сомнениями, значу ли я для тебя что-то. Ничего. Думаю, как-нибудь переживу. Нам надо поговорить попозже. Я здесь для тебя. Конечно. Погоди. Что значит «о нас с тобой»? Тебя что-то беспокоит? Да? Ты вправду так думаешь? Как я рада. Я здесь для тебя. Конечно.
Да, об этом я и не думала. Что я буду делать? Сделаю небольшую остановку в Лотарингском монастыре. Я покинула его очень внезапно, и нужно попытаться это уладить. Нет, в Лотаринге я не задержусь. Жизнь там была целительной, но теперь я вновь готова явить свое лицо миру. В нем так много всего. Непережитых приключений, нерассказанных сказок. Я хочу быть причастна ко всему этому. Мне может понадобиться компания. И ты не слишком меня раздражаешь, так что, если хочешь, можешь присоединиться. Значит, договорились. Мы с тобой будем странствовать по миру, искать счастье. Дождаться не могу. Я здесь для тебя. Конечно. Конечно, есть. Я слишком люблю сказания, чтобы держать их в себе. Думаю, все должны иметь возможность насладиться ими. Церковь утверждает, что порождения тьмы созданы людской гордыней. В древние времена большей частью известного нам мира правили маги Тевинтерской империи. В своей гордыне они решили, что их магия всесильна, и возомнили себя превыше самого Создателя. И решив так, они вторглись в его Золотой Град, желая захватить его и низложить того, кто сотворил их самих. Но они были корыстны и полны грехов, и этими грехами они осквернили Золотой Град, навеки наведя на него порчу. Создатель проклял их и удалил с глаз своих. И куда бы они ни ходили, везде распространяли скверну своих грехов. Земли, которые они запятнали скверной, стали безжизненными. Зато там появились порождения тьмы, чтобы терзать нас и служить напоминанием о нашем высокомерии. Конечно, орлесианцы обожают рассказывать истории. Я расскажу тебе свою любимую, об Авелин, орлейском рыцаре. Давным-давно жил-был крестьянин, и у него родилась девочка. А он мечтал о сыне, и потому приказал жене отнести малышку в лес и оставить там. К счастью, она не успела замерзнуть. Ее нашли далийские эльфы. Они сжалились над этим бедным, плачущим существом и вырастили девочку, как свою. Авелин. Такое ей дали имя. Выросла среди эльфов сильной, проворной и сообразительной. Она владела мечом не хуже любого мужчины, наповал убивала стрелой оленя со 100 шагов и чувствовала себя на конской спине так же уверенно, как и на своих двоих. Далийцы, воспитатели Авелин, увидели, что она легко одолеет в бою любого рыцаря Орлея, и решили показать жестоким людям ребенка, которого те обрекли на гибель. Ей дали доброго коня, отличные доспехи и отправили на большой турнир, чтобы она померилась силами с представителями своего народа. Надо сказать, что в те времена женщинам не дозволялось носить оружие, и уж тем более участвовать в большом турнире. Но Авелин была в шлеме, и ее не распознали. Авелин выиграла много схваток и снискала одобрение и любовь толпы. В конце концов, она сошлась в жарком поединке с рыцарем Калевой. Авелин уже одолела его в одной схватке, и Калева был полон решимости не проиграть второй раз. Отчаянно стремясь восстановить свою честь, Калева подсек Авелину, швырнул ее наземь и сорвал с нее шлем. Тишина повисла над ареной, когда Авелин была разоблачена. Калева потребовал отменить исход предыдущих боев. В них участвовала женщина, что было недопустимо. Но зрители бурно приветствовали Авелин. Калева пришел в ярость. Сначала его победила женщина, а теперь освистала толпа. Вне себя от гнева он швырнул Авелин на колени и с криком «Знай свое место, женщина!» перерезал ей горло. На турнире присутствовал сын короля, принц Фрейен.
Он оценил доблесть и искусство Авелин и понял, что с женщинами в его стране обходятся несправедливо. Став королем, он переписал законы Орлея, и женщины получили право быть рыцарями. Авелин же он почтил, возведя ее посмертно в рыцарское достоинство. И до ныне все женщины, посвященные в рыцари, почитают Авелин смелую как свою покровительницу. Знаю одну. Еще в детстве слышала ее от матери. От нее у меня всегда мороз по коже. Может, доводилось слышать имя Флемет? Ты уверен? Она та самая Флемет из легенд? Флемет – пожирательница мужчин? Флемет – мать ведьм? Флемет – подруга демонов, бродящая в тумане? Если Флемет и впрямь существует, она должна быть очень-очень старой. Сказками о Флемет фирлденские матери пугают дочерей. Они говорят, будешь плохо себя вести, Флемет утащит тебя и навеки оставит у себя в рабстве. Еще говорят, Флемет тоскует по былой красоте и украдет твою через зеркальце, если будешь слишком часто смотреться. Красота Флемет была известна всем. Ее волосы были черны, как безлунная ночь, кожа бела, как первый снег, а глаза прекрасны и глубоки, как море. Когда она выросла, ее увидел Канабар, лорд Хайвера, и взял в жены. Канабар скоро понял, что его молодая жена наделена даром магии. Он хранил это в тайне, поскольку боялся, что ее отберут у него. Флемет несколько лет оставалась с Канабаром и с его благословения совершенствовала свое искусство. И вот однажды в замок пришел молодой поэт по имени Озен. Флемет была очарована его голосом, а он ее красотой. И они полюбили друг друга. Флемет хотела быть тем, кого по-настоящему любила. И они с Озеном сбежали из владений Канабара и нашли убежище у племени Хасиндов в диких землях Каркари. Там они счастливо жили много лет, пока до Флемет не дошла весть о том, что Канабар при смерти и желает в последний раз взглянуть на нее. Сердце Флемет наполнилось жалостью к человеку, который когда-то был ей мужем, и она уговорила Озена вернуться вместе с ней к Канабару. Но как только Флемет и Озен прибыли в Хайвер, их схватили люди Канабара. Они убили Озена прямо на глазах Флемет. А Флемет заточили в самой высокой башне замка, где она ждала, пока Канабар вынесет ей приговор. В горе от потери возлюбленного Флемет замыслила отомстить мужу. Она призвала демона из тени, чтобы тот расправился с Канабаром, но допустила в заклинании какую-то ошибку. Демон завладел Флемет и превратил ее в одержимую. Флемет убила Канабара и всех его людей, и весь замок окрасился кровью. Утратив все человеческое, Флемет на рассвете вернулась в дикие земли и принялась строить планы на 100 лет вперед. Говорят, она соблазняла многих мужчин-хасиндов и зачинала от них дочерей-ведьм, которые и поныне рыщут в темных уголках диких земель Каркари. Какую же? Не сомневаюсь, ты скоро вспомнишь. Чему слова? Твои читаю мысли по выражению твоего лица. За глупую совсем меня считаешь?
Давай не будем это продолжать. Я знаю, чего Лилиана хочет от тебя. Ведь были вместе мы с тобой. И этого отнять она не в силах. Теперь все кончилось. Что ж, так тому и быть. Сказать по правде, более чем я, она тебе подходит. Так вперед. И создавайте с ней уют семейный. Пусть даже так, никто ведь не заметит. У нас дела найдутся поважнее, чем прошлые обиды ковырять. Ну а теперь оставим эту тему. Я жду твоей команды. Сейчас мы в лагере. Момент довольно подходящий. Я жду твоей команды. Да у тебя полно вопросов, верно? Подозреваю, ты хочешь знать, Анали произвела меня на свет? Сказать по правде, я не знаю. Однажды я у нее спросила, но она в ответ лишь рассмеялась. Она вполне могла бы овладеть каким-нибудь Хассендом, или же его привлечь, приняв красивое обличье. Но трудно мне представить ее с ребенком. Кто знает? Я слышала историю о том, что Флейм... Всему, что было нужно, любви отдаться, значит... Огромное спасибо за просмотр. Подписываемся, ставим лайки, обсуждаем. До новых встреч.